Отрывки из классики, перенесенные на сцену. Полноценные спектакли, бесконечные репетиции, яркие премьеры, похвалы и неизбежные нагоняя от мастера курса, заслуженного артиста России Даниила Спиваковского. 4 года пролетели, как один день. Пришло время прощаться. Московский институт телевидения и радиовещания Останкино выпускает в свободное плавание актерский курс. Актер театра и кино, заслуженный артист России, руководитель мастерской театрального факультета НИТРО Даниил Спиваковский лично вручил диплом каждому выпускнику. Ну, держи краба! За 4 прошедших года МИТРО стал для наставника и его учеников вторым домом. Даниил Иванович поздравил актеров с успешным завершением пути ученичества и пожелал каждому выпускнику театрального факультета состояться в профессии, щедро даря свой талант зрителям. С окончанием вуза актеров поздравили преподаватели и гости. Преподаватель актерского мастерства Елена Катихина, педагог по вокалу Владимир Шнитко, актер театра и кино Олег Марусев. Я желаю вам в будущем быть востребованными, чтобы телефоны ваши разрывались каждый день. Вместе со студентами мастерской Даниила Спиваковского дипломы получили выпускники мастерской режиссера, драматурга, художественного руководителя театра у Никитских ворот Марка Розовского. Очень многое зависит от личности каждого выпускника, потому что они действительно сейчас выходят в открытый космос, они начинают огромную профессиональную жизнь. У кого-то получится, у кого-то, может быть, не получится. Но то, что они получили в стенах института, это, конечно, развивало их личности и, так сказать, давало им возможности. Сейчас эти возможности надо суметь реализовать. Выпускники театрального факультета НИТРО будут вспоминать прошедшие годы с особым чувством. Я изменила свою судьбу и себя, то есть за эти годы, благодаря, опять же, да, вот тем людям, которые были рядом со мной, и мои ребята, коллеги, друзья, да, товарищи, преподаватели. И так, честно говоря, себе говорю, какая ты молодец, что ты тогда сумела изменить. Это было страшно, честно, я очень об этом мечтала. Настроение, так скажем, ожидание чего-то нового. Это новая жизнь дальше. Предчувствия не обманывают. Многих выпускников театрального факультета актер Даниил Спиваковский планирует взять в свою театральную студию. За 4 года учебы накопился обширный творческий материал, который обязательно должен увидеть зритель. Есть планы сделать студию-мастерскую. Есть планы, это не так просто по нынешним временам. Это требует определенной технической подготовленности, административной, финансовой, естественно. Но, знаете, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Мы будем делать какие-то движения, потому что есть замечательные спектакли, и те зрители, и квалифицированные зрители, наши коллеги, которых видели, они считают и говорят, что это нужно играться, это должно стать достоянием большей публики, в чем я и рад, и горд. Так что впереди у вчерашних студентов, а теперь уже профессиональных актеров, новые интересные проекты, главные роли, головокружительные успехи, заслуженные награды и насыщенная творческая жизнь. Но МИТРО всегда будет для них вторым домом, местом, куда приятно вернуться, где их любят и ждут. Ирина Королева специально для МИТРО ТВ.